Стать владельцем универсальной электронной карты теперь проще. Новые точки приема заявлений на получение ОЭК на днях заработали в Чебоксарах и в некоторых других населенных пунктах республики. Получить универсальную электронную карту, то есть новшество, которое объединяет и заменяет собой огромное количество документов от медицинского полиса до проездного билета, стало проще. Заявления на получение карты теперь принимают не только в медицинском информационно-аналитическом центре и трех отделениях Сбербанка Чебоксар, но и в московском районе города, а также в Канаше и Алатыре. Узнать адреса и задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии 32 01 00.